Ом агьяна тимиранхасья, агьянанджана шалакая, чакшурун милитамена, тасме шибраве нама, гуру абхишта супуракам, гуру ганай рашиша самхушитам, чинте чинте самаста веднипанам, ширупанханукам, говинда абхидам уджвалам, варатанум бхактян видам сундарам, ванде вишва гурунча, диви бхагават премных биджа прадам. Джай шила бхакти сундар гавина дагасамираджа ки джай. Ну, сегодня мы собрались, чтобы памятовать об совершенно особом дне, о дне ухода нашего духовного учителя. И если мы будем изучать саму природу Кришна-лилы, то мы видим, что любовь постигается в разлуке. И когда ачарья, он уходит, он скрывает себя, мы не говорим о вайшнавах, они умерли, мы говорим, что они переходят в непроявленную форму. И в разлуке с ачарьем мы также можем глубже постигать, замечать какие-то грани его личности, которые мы не замечали. Однажды Госвами Махараджу задали очень интересный вопрос. Его спросили, какова вайшнавская концепция ангела-хранителя. Ну, понятно, что это интересная тема, ангелы за нашим плечом. Вот. И Госвами Махарадж ответил, что наша концепция ангелов-хранителей — это гуру варга. Мы не считаем, что это люди, которые сели в самадхи и больше не вмешиваются в процесс, а мы понимаем, что подобно многим ангелам-хранителям, гуру варга, она присутствует рядом с нами, и учителя вайшнавы, они не умирают. Умирают только обычные материалисты, подобные нам, сознание которых не пробудилось выше реальности, но вайшнавы, они всегда присутствуют. Поэтому никогда не говорится смерть вайшнава, говорится уход вайшнава. И Шилаштхара Махарадж объясняет, что мы должны воспринимать гуру, которые покинули этот мир, как тех, кто взирает на нас, и тот, кто способен пролить милость на нас, даже если его земная лила завершилась. Поэтому в некоторых матхах употребляется такое выражение «нитя лила правиштха», он вошел в вечную лилу или пребывает в вечной лиле. Но Гурудев, он говорил, для меня это ассоциируется с уходом, с самадхи, с закопанным, но я всегда стремлюсь быть со своими учениками, я всегда стремлюсь даровать им свои благословения. И известно, что Шрила Гурудев, он не любил, когда ни к ушедшим вайшнавам, ни тем более к ныне живущим употребляют «нитя лила правиштха». То есть тот, кто навечно ушел в лиле, всегда пребывает в ней. Иногда, когда про него говорили, так он говорил, я еще жив, я с вами. Вот, поэтому наши учителя, они осознавали, что вайшнавы экстра качества, экстра класса, махабхагавата, они постоянно присутствуют на этой земле. И мы знаем, что иногда Шрила Гурудев разговаривал с самадхи Шилаштхара Махараджа. Причем разговаривал не на бенгали, а на английском. И каков уровень понимания у Гурудева личности Шилаштхара Махараджа, что вот это самадхи, оно полностью сознательно, и с ним лучше говорить на английском. Поэтому Гурудев, он дает нам какую-то свою милость, но Шилаштхара Махарадж подчеркивал, что любое явление — это объект, его потенциал. Физическая или даже интеллектуальная близость к вайшнаву может быть поверхностной, потому что только благодаря милости самого вайшнава и благодаря сердцу, а не интеллекту или каким-то формальным религиозным обрядам, мы можем соприкоснуться с вайшнавом. Если вайшнав захочет явить себя, мы сможем воспринять его. И поэтому, когда был уход Шрилы Гурудева, то многие возвышенные вайшнавы, среди которых был Джанардан Махарадж, Госвами Махарадж, Адут Махарадж, они говорили одну очень интересную вещь. Они говорят, что мы были рядом с ним, но в действительности мы не могли в полной степени оценить глубину его личности, величие его личности. Мы воспринимали его кто-то как психиатра, кто-то как доброго наставника, кто-то как друга. Но кто в смертном мире может оценить качество деяния и состояние сердца Махабхагаваты? И если мы говорим о уходе и о глубочайших чувствах, о том, как это все происходило, то
Я хочу напомнить, что существует замечательное письмо Шрилы Авадхута Махараджа, посвященное уходу Шрилы Гурудева, которое в свое время было опубликовано на Хари Кришна.ру, где он буквально, чуть ли не в тот же день, подробно описал все события, которые в тот день происходили в Шичитане Сарасват Матхи. Также есть потрясающее аудио, где Авадхут Махарадж вспоминает об уходе Гурудева. ВКонтакте оно называется «Любовь к духовному учителю». Оно есть у меня на странице. Вот. Но меня очень поразило это аудио. И это глубочайший рассказ о том, что такое подлинная любовь, и что мы употребляем любовь к духовному учителю очень абстрактно, но в этой лекции Шрила Авадхут Махарадж, он рассказывает о тех чувствах и том состоянии, которое царило, когда Шрила Гурудев покинул мир. Поэтому я не думаю, что моя даже трижды философская лекция, она сможет передать действительно ту скорбь разлуки, которую испытывали какие-то просветленные личности, которые, для которых Гурудев был не лицом на фотографии, а живым человеком, наставником, в сущности, центром жизни. И мы знаем, что когда он оставил этот мир, то многие из его ближайших слуг, Бхакти Премик Сиддханти Махарадж, Шутешао Прабху, они отправились вместе с ним. И до этого их болезни, они не давали никаких осложнений, но сразу после ухода Гурудева они молниеносно оставили этот мир. Поэтому мы знаем, что когда Махапрабху ушел, какие-то его спутники остались, чтобы Госвами Вриндавана остались, чтобы явить мир его учения, но какие-то не в силах выносить разлуки с ним, немедленно отправились вслед. Поэтому можем это видеть также в деяниях Шрилы Гурудева. И, как говорил Шридхара Махарадж, объект его потенциал, мы не можем постичь его в полной степени, но благодаря служению, благодаря общению с теми, кто глубже постигал Шрилу Гурудева, мы в будущем, по великой удаче, можем осознать, с какой личностью мы соприкасались. Фигура его милости в этой книге есть замечательная глава, где Шрила Шридхара Махарадж, он говорит, что вы не представляете, какими сокровищами вы обладаете, но так как вы находитесь в этой линии, в Рупануга Гуру Варги, рано или поздно вы обретете ключ и доступ к этим сокровищам, но пока вы даже не способны оценить их. И в действительности на 90% все, что знала русская миссия Гурудеви, она знала благодаря Авадхуту Махараджу, потому что никто из нас близко, плотно, непосредственно не общался с Гурудевом. Гурудев был Махабхагаватой, великой личностью, который переезжал. Русские ученики обретали даршан, некие благословения, но все практическое общение, оно происходило с какими-то слугами Гурудева, которые в большей степени понимали его личность. В моем случае это был Шипат Бхакти Ачинти Мадхава Махарадж, затем Шрила Бхакти Бимала Авадхут Махарадж, но я бы сказал, что Гурудев всегда для меня был фигурой абстрактной. И только благодаря видению этих вайшнавов я был приведен в мир веры Гурудева, в общество Гурудева. И эта вера и это видение этих вайшнавов было столь гармонично, что фактически никогда не возникало вопроса, допустим, принимать или не принимать посвящение у Гурудева, или там слушать его или не слушать. То есть это вера, которая была у тех вайшнавов, которые окружали меня, Шипат Мадхава Махарадж и Авадхут Махарадж, она вводила в тебя в мир, о котором Шридхара Махарадж говорил, мир вед, когда ты не хочешь проверять информацию. И когда ты видел Гурудева, то ты чувствовал, что никто не лжет здесь, что тебя привели к подлинному святому, и перед тобой подлинный святой. И это не было каким-то интеллектуальным процессом, это было аксиомой. Поэтому незадолго до этого дня памятования в разлуке о лилах Шрилы Гурудева Аджита Кришна Прабху принял брахмачарию. И брахмачария — это самый
серьезный духовный ашрам, который означает никаких прав и все обязанности. Потому что мы понимаем, что хотя формально монашество — это саньяса, но Шрила Гурудев, он говорит, что положение саньяси иногда может быть опасным, некая гордыня, духовная гордыня. Но положение брахмачари — это шаранагата, это бесправный человек, который предается на волю Господа. И в сущности, хотя кто-то может сказать, что нет, я хотел бы быть саньяси, либо фартук, либо идите нафиг. Но мы понимаем, что в действительности самое безопасное, самое духовное положение — это положение брахмачари. Это жертвователи, которые совершают огромное служение и при этом не претендуют на какое-то ведущее положение. Поэтому Притху Прабху Брахмачари очень хотел стать брахмачари и вдохновлять других своим примером. И однажды он пришел к Шриле Госвами Махараджу и сказал, что хорошо ли это хотеть быть брахмачари. И Госвами Махарадж ответил ему, что брахмачари — это подобно прекрасному розовому бутону или розовому лотосу, который ученик предлагает своему учителю. Поэтому, хотя формально день ухода учителя — это скорбный день, но мы говорим о вечно живых, о вечно присутствующих, и в этот день почти, фактически на той же неделе Аджита Кришна Прабху поднес Гурудеву такое подношение, вот, и я с удовольствием передаю ему слово, если он хочет что-то сказать. Джай, Аджита Кришна Прабху Брахмачари Ки Джай. Как сказал Сахадев Прабху, мы знаем Гурудева по его слугам. И одним из таких слуг был Нитигопал Прабху. И однажды в Калькутте, когда он разговаривал с Саду Прии Прабху, он рассказал один из своих снов после ухода Гурудева. И меня поразил вот этот его рассказ. А там во сне была история. Mm-hmm. Вот я спал и видел сон, что я служу Гурудеву. То есть я готовлю ему, ну, mm-hmm. как я раньше ему служил. И все, я был счастлив в тот момент. Когда я проснулся, я понял, что Гурудева нет. Я посмотрел в его глаза, в его глазах была такая тоска. То есть он реально потерял кого-то такого, что не восполнить эту утрату. И сегодня Госвами Махарадж у себя на Фейсбуке выставил цитату одного землевладельца, которую описывал Гурудева. История была такова. Шрила Шридхара Махарадж послал Гурудева в какую-то деревню собирать пожертвования. И местный земинадар был очень таким жадным человеком. Он местным жителям никогда ничего не давал. Но когда к нему пришел Гурудев, он уехал от него с мешками риса. И местные жители пришли к этому земинадору, землевладельцу, и сказали: ты нам, говорит, ничего не даешь. Почему он уехал с мешками риса? Кто сказал? Вот эта цитата, которую выставил Госвами Махарадж. Он наполнил мое сердце сверхъестественной радостью. Если бы он попросил больше, я дал бы ему больше. Я подумал, почему Госвами Махарадж выставил именно эти слова его. И ко мне пришла такая мысль, что если Кришна — это солнце, то Шрила Шридхара Махарадж — свет этого солнца, а Шрила Говинда Махарадж — тепло этого солнца. Шрила Шридхара Махарадж освещает сознание Кришны, концепцию своим ясным пониманием, а Шрила Говинда Махарадж дает ту среду, в которой эти концепции прорастают. Чтобы росло семя, нужно и свет, и солнце, и тепло. И без этого никуда. И вот Шрила Говинда Махарадж, он давал ту атмосферу, в которой вот эти очень глубочайшие концепции сознания Кришны, они могли расти естественным образом. То есть без всяких лишних, без интеллектуализма такого, без изысков, они росли естественным образом в его среде. И вот, находясь в обществе преданных, его учеников, я чувствую, что что-то реально пробуждается, что-то есть. Была история с календарем. За год, да, или за несколько месяцев, как минимум, до ухода Гурудева печатался вайшнавский календарь на год, обычный матовский календарь, и именно тот день, когда Шрила Гурудев покинул этот мир, был пропущен в календаре, календарь был напечатан и случайно был пропущен именно этот день. Поэтому то, что мы воспринимаем как случайность или неизбежность, также является определенным планом Кришны. Да, Махабхагавата Вайшнав, он видит, что все существует по воле Господа и в гармонии с его высшей волей. Поэтому и присутствие Ачарьи, и его уход, события в Матхе при живом Ачарьи, события после его ухода — это определенные уроки. И Шрила Шридхара Махарадж, он объясняет, что если вы способны понять, что гибель династии Яду-Вамши, распад Гаудия-Матха — все это воля Господа, то вы можете понять, что и когда Ачарьи уходят, и когда миссия
уже переходит, может быть, на более формальный уровень, когда нет безусловной сплачивающей фигуры. Тем не менее, это часть Кришна-лилы, это урок, который должны принять ученики, чтобы повзрослеть. И разлука, она, подобно встрече, ведет их как компас их духовного пути. Но Шрила Шридхара Махарадж объяснял, что вне зависимости от того, присутствует ачарья или ушел, присутствует цельность организации, либо она нарушена, каждый, кто искренен, он в любых обстоятельствах может жить духовной жизнью. И мы имеем массу возможностей жить такой духовной жизнью, потому что в качестве прибежища нас, наши ачарьи, они фактически прикрывают нас, потому что можем себе представить, если завтра вы просыпаетесь, и радостная новость теперь, допустим, все мы, это главные ведущие, представители Шичани Сарасват Матха, олицетворение учения Шрилы Шридхары Махараджа. И вот все, кто прочитал книги Шридхары Махараджа, приходят к нам и говорят, вот мы почитали, хотели бы посмотреть на тех самых душ. Естественно, что это абсурдно. И Гурудев, Шридхара Махарадж говорил, что хорошо, очень сложно найти подлинного гуру, еще сложнее найти подлинного ученика. И пример Гурудева — это был пример подлинного ученика. Тот афоризм, который вспоминался, что он говорил, что достаточно услышать одно слово Шрилы Шридхары Махараджа, чтобы навсегда стать его рабом. Какова была его глубина понимания личности Шридхары Махараджа? Точно так же в ранних лекциях в России он говорит, что если вы хотите счастья, то вы просто должны служить Шри Гуру Махараджа, и вы обретете на этом пути все, всю полноту счастья. И, казалось бы, это говорит пожилой, не совсем хорошо себя чувствующий человек, но важно понять, какова та концепция счастья, о которой говорит он, какова наша концепция счастья в этом тонкости. Поэтому, наверное, я бы сказал пару слов, и, возможно, Амия Синху, Субал. Кто-то еще что-то скажет? Шиприя. Да. Гурудеве. Что я когда слушал лекцию Шрилы Шридхары Махараджа на день его явления в 1985 году, которую он давал, там, где он прославляет Шрилу Говинду Махараджа в течение там, 2 часа, после всех прославлений Шрилу Говинду Махарадж вышел и сказал, мой гуру говорит, может говорить обо мне все, что хочет, но я считаю себя мусорной корзиной в его храме. Это... Его фишка такая тема. Подлинное смирение подлинных вайшнавов, но мы видим, что Гурудев в своей жизни доказывал. То есть это были не просто красивые слова. И то, что содержится в его арате, это высказывание Парамахамса Дарма Гьяншикшира Прачара. Ты повсюду распространяешь видение Парамахамса. И видение Парамахамса — это означает стремиться не смотреть объективно на реальность, а стремиться заметить в мире, в окружающих, в преданных прежде всего, какие-то позитивные черты и всеми силами стараться взращивать это позитивное зерно. Поэтому иногда Гурудева называли гуру второго шанса. Он всем давал возможность раскаяться, пересмотреть что-то. Иногда, когда при нем критиковали вайшнавов, он говорил, что не стягивайте меня туда, я не являюсь инспектором канализации. И подобные вещи, они показывает то, что взгляд вайшнавов, он не объективен. Объективный взгляд на этот мир заключается в том, что 80-90% в нем — это дурные качества, дурные тенденции, дурные люди, зло, неспособность контролировать себя, зависть и подобные вещи. Только 10% — это что-то светлое, доброе, благородное. Но вайшнавы, они объясняют, настройте свое видение, свой взгляд так, чтобы смотреть субъективно, чтобы созерцать преимущественно эту светлую сторону вещей. И тогда, как объясняет Шридхара Махарадж, если вы будете великодушными по отношению к своему окружению, к миру, мир и окружение будут великодушными по отношению к вам. Поэтому Гурудев, несмотря на то, что он был гением, который составлял санскритские шлоки, эрудитом, он уже родился в атмосфере брахманской учености, он говорил очень простые и сердечные вещи, особенно новым людям. Он не стремился сдавить их теологией, объяснить им, что, понимаешь,
сколько шлок знаю я, сколько ты видишь я. Настоящий индийский гуру. Типа, мне можно верить. Он говорил какие-то очень простые душевные вещи, но мы видим, что истинных ценителей, тех, кто пришли к нему, эти вещи привлекали гораздо больше, чем санскритская ученость или какие-то подобные вещи. Вот. Поэтому Гурудев, он в своей жизни дал нам урок настоящего сердца вайшнава. И если самадхи Шридхара Махараджа, оно называется храмом любви в разлуке, что показывает его особое состояние, храм любви и нежности. И то слово, с которым постоянно мучилась редакторская группа, это слово affection. Affection. Вот, affectionly guidance и так далее. И его невозможно полностью передать на русском, потому что это означает нежность, любовь и забота в одном флаконе. Подобное настроение. Поэтому Шрила Госвами Махарадж давал несколько дней назад замечательную лекцию о концепции Кришны. Он объясняет, что в нем есть несколько компонентов. Это Сатьям, Шивам и Сундарам. Что не просто вечность, но вечность, которая преисполнена благой воли. Благая вечность. Сатьям и Шивам. То есть это безграничное, оно не является каким-то кошмарным монстром или абстрактной реальностью, а оно твой друг. Бхоктарам Ягетапа сам, Сарвалока Махешварам, говорит Кришна, я источник всех миров. Но потом добавляет Сухридам Сарабутанам, но я друг каждому. И наконец Шридхара Махарадж объясняет, когда доброта, когда гармония, они достигают своего положения во Всевышнем, является красота. В этом вы чувствуете соприкосновение с надмирной красотой. Поэтому объясняется об обитателях Вриндавана и той земли, что наша красота, она часто не соответствует нашему внутреннему миру. Но красота обитателей духовного мира — это отражение красоты их сердец. Внутреннее это не противоречит внешнему. Поэтому также Госвами Махарадж объяснял буквально позавчера, что когда сердце пробуждено, то слова обладают другим качеством, жесты обладают другим качеством. И объясняется, что точно так же, как великие мастера единоборств, самураи, не могут узнать друг другу по пластике, по способности вставать, по взгляду, точно так же садху, мистики, по взгляду, по движению, по голосу, они могут узнавать, что перед ними не человек от мира сего, обитатели другой реальности. Поэтому Гурудев в какой-то степени был последним мамонтом из тройки Бхактивиданта Свами Прабхупада, Шридхара Махарадж. И он сам, которых само собой подразумевалось, что это Маха Бхагавата Вайшнава, это гуру высшего класса, которые не зашли из высшей реальности и протягивают руку. И в действительности никто из учеников Гурудева полностью никогда не постигнет этого. Но наша удача, то, что мы имеем безграничный потенциал постижения красоты этой личности, которая проповедовал Гурудев, он проповедовал не прежде всего культуру отношений, а не философию. Шридхара Махарадж очень много говорил о философии, но Гурудев на многих публичных лекциях для новых людей, он, естественно, раскрывал какие-то метафизические вещи, но также он очень много говорил об отношениях между преданными и не в значении там обязанности мужчины, обязанности женщины, а в значении того, что мы должны понять, что вайшнавизм — это определенная культура отношений к людям, к преданным. И Шридхара Махарадж объяснял, что, собственно, где должны практиковаться вайшнавские качества, такие как смирение, терпение — это в обществе преданных. Когда его спрашивали, а как насчет общества материалистов, он говорил, среди этих людей, подобных змеям и крокодилам? Нет. Поэтому, когда Шатышаву Прабху его спрашивали о том, что как нам жить, нас так раздражают кришнаиты, у них всех какие-то не очень хорошие характеры, Шатышаву Прабху он говорил, что поймите, что Кришна часто специально собирает людей, которые где-то не могут общаться друг с другом для того, чтобы
они развивали в себе духовные качества. И подобные гениальные вещи они выдают подлинных последователей наших ачарьев. Потому что ачарьи объясняют, что Кришна там, где сердце. Он не там, где логика, где сила, а только там, где присутствует подлинное смирение, терпение, любовь к преданным и дух служения, там присутствует подлинный вайшнавизм. И сегодня мы памятуем о Шриле Бхакти Сундаре Говинде Деве Госвами Махараджу, нашем духовном учителе, который являлся олицетворением всех этих качеств. Джай Шрила Бхакти Сундаре Говинде Деве Госвами Махарадж Ки, джай. Шри Рупануга Гуруварга Ки, джай. Шрила Бхакти Ракакшитадве Госвами Махарадж Ки, джай.